кстати, на Северную Америку. Но за те года, которые прошли, вот, она поработала, наверное, по всему, по всем этим национальным направлениям. Сейчас большая часть вот, западное направление и восток. Это страны Арабии. Да, короче, где конфликт, туда и летит. И на нее обычно работает что-то конкретное или перекоммутируются разные передатчики? Как у вас это все организовано? Значит, все антенны, они, собственно говоря, часть, по несколько антенн, они закреплены каждый за своими цехами. Значит, эта антенна принадлежит первому цеху. Когда-то закреплена. Ну, короче, ПКВ, где вот эти все, да? Когда-то давно был фидер, шел еще на другое здание, но, к сожалению, или к счастью, уже давно.